Друзья, всем привет! Вы на канале Папа Фан Машины. Это игра Drive Ahead, и сегодня мы с вами будем выбивать новую тачку в режиме Rift Riders. Но для начала откроем ежедневную награду. Посмотрим, что в этом сундучке. Так. Платный раунд. Запускаем. И серебряный ящик. Копия тачки, стальной краб простой. Хорошо. Так, все, это мы пропускаем. И переходим в бои режим Rift Riders. А что у нас там стадион супер... А, нет, стадион супер... Так, боссов нет вроде. Ладно, бог с ним. Так, ребят, все, погнали. Короче, сегодня будем сражаться мы с вами за тачку Rift Containment Unit. Короче, на заднем плане мы с вами видим такие тачки призовые катаются, да? За которые мы будем сегодня с вами сражаться. Единственное, что проблема, 20 тысяч баллов нужно набрать. Ёлотопалы. Я надеюсь, не так-то уж и сложно их будет набрать. Но сомневаюсь, что будет просто. Так, где мой любимый двухколесник? Вот он. Обожаю этот транспорт. Ладно, ребят, заглядываем, давайте смотрим. Для начала смотрим. Что там вообще, что за босс? До босса бы дойти сначала. Хотя до босса дойдем, это не проблема. Так, сначала атака мелких прыщей. Причем они такие на квадроциклах. Ребят, да? В квадроциклах они гоняют. Мотоцикл на четырех колесах. Блин, смотрите, вот это что-то прям удивляется. И нам могут... Ух, ребят, хилл-клаймер вышел. Джипик вышел из хилл-климба. Это МК-2, скорее всего, да, модификация вторая. Окей. Да ты будешь издеваться надо мной еще, да? Да ёшкин ты мой корешкин, ну-ка держись, вот так тебе и надо. Ох, ребят, вот за эту тачку, кстати, босс сейчас должен появиться. А, что? Корова? А, ребята, она присасывает к себе, видите, то есть на центральном экране это все было видно. Она создает какой-то просто сумасшедший магнит, который притягивает к себе эта корова. Вот это да, вот это да. Так, интересно, как она будет себя вести, когда мы ее получим. В режиме битвы. А врагов также будет присасывать, да, если те попадают в зону. А как из этой зоны выбраться, если туда попали? Ну, надо будет проверить. Так, прыщеныши. Смотри, что мой робот умеет делать. Я смотрю вниз. Ай, бак почти пуст, блин. А, чувак, пропусти, блинский. Вот ты дурачок, ты мне все испортил. Немножко не долетел. В итоге у нас бак просто опустошился. Да. Топливо сгорело. Закончилось. А что ты будешь делать? До босса дойти. Задача наша, ребят, до босса дойти. Победить этого чувачка с контейнером. Топливо берем. Топливо еще берем, если нам дадут. Сейчас берем неуязвимость и начинаем их кошмарить. А что ты будешь делать? У меня же неуязвимость. Давайте быстрее нападайте на меня. Котят. Да что ты будешь делать? Нет, а, сейчас он выбросит свою штуку, ребята, смотрите. Нет, я на этот раз, кстати, отчу... Нет, она... Смотрите, не, она все-таки передвигается. Я думал, может, на одном месте будет стоять. Но она не исчезает. О, себя же, его же присосал, но... Но его присосал, это понятно. Ох, ребят, корова бежит. О май гад. Ах, да, у нас же... Буменной хаос у нас, да, Rift Riders. Ой! Ты что делаешь? Ребят, корова обратно бежит. Нет, так не в зону боевых действий. Ай, ребят, блин, не задел. А. Так, смотри, не дается пока. Слушай, а корова у нас что, последний забег у нее? Надо умудриться два раза ударить. Ёлы-то пала. Нет, обратно бежит.
Обратно бежит, но там западня. А у нас бессмертие. Так нас присосало, и мы ничего не можем... А, нет, задели, смотрите. Так, прикольно. Эти чудики летают, посмотрите на центральный фон. В центр, короче, посмотрите на центральный экран. Опа, наконец-то их. Долго же она держалась-то, да? Очень долго она держалась. Так, топливо взяли. Так, босс получается у нас корова. My God. 1600. Блин, ну здесь придется попотеть, кстати. Да, 20 тысяч баллов. Ай, чтобы собрать, придется попотеть. А, вертолетик. Ай! Ай, я думал, сейчас камикадзе будет. Так, вертолетики, в принципе, какие-то слабенькие. А ну держимся, короче, до конца. И уже следующие бои я не буду вам показывать. А тупо уже самый. Перейдем в самый конец. Ёлы-то палы, это на что я там наборолся? Ну и что, давайте переходим тогда в самый конец. Заберем награду и, соответственно, будем его тестировать. Все, погнали. Друзья, остается добить 800 баллов. Наконец-то. Наконец-то я это сделаю и заберу очередную коллекционную тачку. Так, 800 баллов всего лишь, и можно будет смело выходить, да идти на тест. Остается 300 баллов. Сейчас лишь бы не делать глупостей, не делать ошибок. Кстати, а кто у нас за рулем? Посмотрите, кто, что за робокоп там сидит? Или это ниндзя какой-то? Что-то похоже ниндзя реально какой-то, да, за рулем нашего транспорта. Вау, вау, вау. Чё-то я, честно говоря, не помню этого персонажа. Так, где корова-то? Ать, корова ещё рановато. Блин, блин, ребят, вот это... Ой, все, 800 баллов есть. Можно, в принципе, разбиваться. Хотя не буду я с коровой сражаться. Так. Новая тачка. Вот такая машиночка. Опять эти болты дурацкие нам мешают посмотреть на нее поближе. Но мы можем это сделать, знаете, где? В коллекции. Сейчас выходим. Соответственно, посмотрим, что там в коллекции у нас теперь есть. Так, где это смотрится? Это вот здесь доступный контент. Выменной хаос, выменной. Вот он, ребята. И последняя тачка остается еще нам получить, да? Так, Rift Containment. Мы вот эту тачку получили. Вот так как выглядит, ребят. Такая машиночка. И сейчас мы ее будем тестировать. Немножко потестируем. Так, один... против остальных. Так, ежедневка там есть даже. Вот эта машиночка. Персонаж рандомный пусть будет. Вау. Давайте паучью сигнализацию. Локацию возьмем. Выиграй поединок, чтобы получить. Выиграй поединок. Просто выиграть, что ли? Ладно, давайте сейчас запускаем напоследок. И, в принципе, наверное, на этом все. Тест у нас закончится. То есть и этот выпуск мы завершаем. Так, ребят, против нас... Ух ты, ёлы-палы, а чё она какая-то? Бам! Ай, слушайте, ну машинка у нас какая-то неуправляемая. Она, вы посмотрите, что она делает. Она просто туда-сюда что-то болтается вообще в легкую. Так, себя же присосали, и мы становимся неконтролируемыми. Слушайте, ну тачка такая, просто тупо коллекционная, похоже. Чё-то у меня не получается на ней играть. Не, ну реально, она похожа просто коллекцион. А-а-а, ну посмотрите, то есть бонус какой-то от нее есть, только... Она сама атаковать, конечно, не умеет. Но зато... Зато, друзья мои... Ёлы-палы, ай, у нас тролль за рулем. Ёлы-палы, да что ж ты будешь делать? Защиты вообще никакой нету персонажа. Мы выиграть должны эту катку. Да на, держи, и сейчас мы тебя туда пустим. Опаньки. Вот здесь паук тупо придавил. Так, давайте еще разочек. Ах ты ж, ёлы-палы. Ай, мы присосались друг к другу, чувак. На, паучком, на тебе по башке. Так, 3-3. Надо затащить. Как-нибудь. Так, главное здесь правильно взрывать эту колбочку, чтобы корова у нас вышла, да? Надо наклонять, смотрите, вот так вот. На него летело, короче. Бам! И присосало. И кто первый пляжет? Тот дурачок. А почему я дурачок? Так, 4-4.
Момент истины, господа. Ха-ха-ха-ха. Просто тупо по башке дал этим контейнером. Забавно это выглядело. Ладно, затащил. И должны мы сейчас награду с вами забрать, наверное, да? Выиграй поединок, чтобы получить. Но я же выиграл поединок. А почему ничего не получил? Ладно, бог с ним. Ну что, ребят, такой был выпуск. Очередная тачка теперь у нас в коллекции есть из режима Rift Riders в Women's House. Так что, друзья мои, ждите следующие выпуски, будет интересно. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Берите обязательно двухколесник, он топчик вообще вот в этих режимах, он топчик, ребят. Ладно, все, всем пока-пока.